По поводу фрешбада 4-го, который уже вот-вот начнется, грядут отборочные батлы, по итогам которых будут отобраны 8 участников сезона, которые будут разбиты на две команды, соответственно, мою и команду Смоки. Во-первых, чувак, который читал про смешарики в своей заявке, мы пересмотрели наше же видео, поняли, что он был абсолютно несправедливо слит, так как у него были достаточно хорошие остроумные панчи, вот, наравне с теми, кто прошел, поэтому он тоже попадает в отборочные батлы. И что касается отборочных батлов, ребята, у меня к вам обращение, к тем, кто сейчас готовится. У вас есть еще время для того, чтобы удостовериться, что ваши раунды, между прочим, короткие, вам много писать не нужно, будут действительно крутыми, действительно конкурентоспособными, остроумными, нестандартными. Покажите максимум для того, чтобы мы смогли спокойно вас отобрать в восьмерку финалистов и разбить вас на команды. Вот. Те, кто хуево подготовится, после смерти попадут в команду Смоки, вы знаете. Вот. Но главное, покажите класс. Вот. Не заставляйте нас краснеть, это ваш шанс, берите его. Точка Батл. Рэп-площадка из Москвы набирает обороты. Уже на старте сезона организаторы смогли показать достойную конкуренцию многим батл-лигам, сделав ставку на новых и голодных МС. Тем самым они не прогадали, и уже сейчас можно насладиться достойными баталиями. 16 МС бьются за 500 000 рублей. Наряду с новыми именами в сезоне принимают участие и бывшие участники Версуса, Провоз и Вудбекер. Как говорят сами организаторы, зачем ехать в Питер? Переходи по ссылке и смотри точку батл. Точка батл, Москва, здрасте!